20 лет, ты же. Он не снился третий день, вернее, снился третью ночь. Сперва я думал дребедень и отгонял видение прочь. Но в свете утренней зари блеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил: ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляга, вещмешок и две гранаты РГД, сосенки, ствол, карандашом, и рядом с ней мой юный дед, пропавший без вести войну, пробелом между страшных строк. Ко мне ладони протянул: ты откопай меня, сынок. Под городом ржевом у трассы московской, в 15 метрах от старой сосны, на метр в глубину, вдалеке от погоста, солдат неизвестный великой войны. Мне Бог послал хороший день, и электричку, и такси, и взгляды сонные людей. Помилуй, Боже, и спаси. И я как будто бы здесь жил, узнал окопчик под сосной. И вдруг ночные миражи всплелись в видение одно. И старой каски ржавый бок, а лезвие заскрежетал, и в руки мне подземный ток потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин, и я услышал боя злость и диких трассеров огни, меня пронзившие насквозь. И замер ветер в вышине, и время свой прервало бег, и я почуял, как ко мне подходит сзади человек. Ладонь кладет мне на плечо, но обернуться я не смог, и прозвучало горячо: спаси Господь тебя, сынок. Поиски потерянной памяти, поиски потерянной жизни — очень непростое занятие, если это делать всерьез. На страны расселенной скатерти снова кровь пролитая брызнет. Выдержишь ли ты испытание? Сам себе ответь на вопрос, сам себе ответь на вопрос. Спаси Господь тебя, сынок. Спасибо. Гриша. Дорогие друзья, мы